Добрый день, дорогие мои зрители. У нас тут такая интересная история. Оказывается, у нас в мире появилась первая страна, которая полностью запретила ислам. Национальное собрание Анголы запретило ислам как таковой в своем государстве. И причем снос мечетей тоже входит в запрет. И мотивируют они это тем, что страна в основном христианская, и ислам противоречит обычаям и культурам Анголы. Вот так-то. Вот, посмотрим, как это будет у них дальше. Рамзан Кадыров снялся в фильме «Волшебный гребень». Ну, вы понимаете, не только же Америка имеет в президентах актеров. Чечня тоже теперь имеет актера в президентах. Снялся он в фильме «Волшебный гребень». Фильм повествует о том, как здорово и хорошо было раньше в Чечне, и какая это была чудесная страна. Как сообщил сам Кадыров, картину тепло очень встретили, они очень много говорят, масса положительных откликов, мнений, значит, она вызвала интерес. Он допускает, что кто-то может ругать картину, но он говорит, что значит, она затронула душу. Молодец, Кадыров, уважаю. А вот... Обама собирает коалицию против ИСИС. Он собирает, но у него пока ни хрена не получается. А вот Голландия, Нидерланды заявили, что Европе пора одуматься, и что исламское государство, вот этот самый халифат, есть самая страшная угроза всей Европе. Замечательно, может хоть сейчас одумаются, пока головорезы не придут к ним резать голову прямо на их улице. Вот, на сегодня у нас все, на сейчас у нас все. Приходите к нам чаще. Всем удачи!